Много льда и гирлянд, а еще снежная башня с яркой подсветкой. Именно она открывает вход на главную новогоднюю площадку Барнаула, площадь Сахарова, где на днях начали возводить главный снежный городок в городе. Работы по возведению снежного городка уже ведутся. Их планируют завершить в 20-х числах декабря. За это время здесь планируют установить 5 детских горок, ледовые скульптуры, ну и, конечно же, 32-метровую искусственную ель. Без массовых гуляний, праздничного салюта и в защитных масках. 2020-й внес коррективы даже в праздник. Но, по словам организаторов городков, барнаульцы не будут обделены приятными сюрпризами. Так, на площади вскоре появятся новые праздничные атрибуты. У нас в этом году запланировано новшество. Это приобретение 5 растяжек 35-метровых светодиодных, которые будут располагаться между столбами освещения. Также на столбы освещения будут установлены новые фигуры светодиодные в форме бокала. В настоящую новогоднюю сказку уже начала превращаться пешеходная улица краевой столицы. Прохожим убранство уже нравится, но ждут больших красок и впечатлений. Как можно больше, чтобы было, освещался город. Побольше снега. Горки для детей, развлечения, да и для взрослых тоже. Нам-то все хватает. Да красиво все, молодцы. Нам не 16 лет, нам все хватает. Лишь бы внукам хватило. Мы немного засиделись дома, и хотелось бы, конечно, погулять больше и увидеть чего-то необычного. Символ Нового года – 6-метровую ель уже установили. Горки тоже обещают даже целых 2. Мы увеличили на 30 единиц размещение здесь световых фигур из детских сказок и мультфильмов. Вернулись к схеме вот новогодний потолок праздничный. Мы делаем 8 подиумов, и на них будут установлены 8 барельефов. Глыбы у нас ледяные заготовлены. Еще один снежный городок возведут в Октябрьском районе. Прежде он много лет подряд был у Дома культуры «Трансмаш», в этом году появится в сквере химиков. Здесь уже вовсю кипит работа. Ну, 8 кг. И сколько таких вам предстоит перенести? Ну, 16 штук ряд. 16 штук ряд. Там вот Снегурочка и Дед Мороз. Там 21. Забор из льда, будут фигуры ледяные, объемные, символ года, цифры 2021, елка, естественно, 14-метровая, большая елка, все различные фигуры будут. Ну, все не буду рассказывать, не будет совсем интересно. Освещение, все будет красиво. Еще одно праздничное место у ДК «Южный». Но здесь установят лишь ледовые скульптуры. Строительство всех праздничных городков планируют завершить до 25 декабря. Мария Микшута, Николай Шилко. День с толком.